Всем привет! С вами интернет-магазин обновка.ai. В данном обзоре хочу вас познакомить с курточкой отличного качества от торговой марки Манекана. Манекана — это китайский производитель, это заводской такой Китай хорошего качества. У нас на обзоре сегодня демисезонный вариант мужской курточки. Также есть зимние варианты, там потолще утеплитель. Вот, значит, в общих чертах курточки по цвету начинают темно-синего, заканчивая темно-серыми вариантами. Там есть еще несколько вариантов темно-коричневых, такие переходящие цвета, очень интересные. Постараюсь в фотографиях вам до вас донести эти оттенки. Вот размеры у нас 46 по 56. Ну, курточка достаточно практичная, надежная, крепкая. Если кто-то хочет получить практичную вещь за сравнительно небольшие деньги, вот он вариант. Так, ну, начнем с обзора. Помогает нам сегодня манекен. Назвали мы его Массимо, потому как итальянский. Вот, капюшон. Капюшон у нас отстегивается. Курточка, да, забыл сказать, что курточка полностью сделана из синтетических материалов. Наружный материал достаточно крепкий, не продувается ветром, но в то же время он дышащий, очень хорошего качества. И где-то если зацепиться, не порвете ничего, он очень прочный. Внутри также подкладка синтетическая и утеплитель синтетический. Здесь используется такой инновационный утеплитель, созданный китайскими производителями. Значит, это аналог хлопка. По большому счету это такой синтетический хлопок. Это вот как раньше при Советском Союзе были дубленки, телогрейки. Или не дубленки, а ватники, телогрейки. Вот такой же принцип сохранен и в данных курточках. Только в зимних вариантах там утеплитель потолще, в демисезонных он тоненький совсем. Данная курточка, я думаю, вы не замерзнете до минус 5, даже там может быть до минус 10, если долго на улице не находиться. Будет достаточно нормально. Более зимние варианты, там спокойно 20 градусов мороза может выдержать курточка, 25, но в ней уже не так комфортно, она более объемная. Вам, если, допустим, в машине ездите, нужно постоянно снимать, потому что там более толстый утеплитель. Так, ну начнем. Капюшон у нас отстегивается. Он у нас отстегивается кверху, он, значит, сейчас я вам покажу, как. Он пристегивается кверху на трех пуговицах. Вот одна из них, если вам видно. Ну, такая же сбоку и такая же сзади. Три пуговички сверху. И вот такая вот молния с одной стороны. И такая молния с другой стороны. То есть курточка, если вы отстегнете здесь три пуговицы, вот здесь и вот здесь молнии распустите, то она становится классической демисезонной курточкой. Просто с воротником, без капюшона. Так, снимаем капюшон. Здесь у нас такой синтетический текстиль, приятный кожа, он абсолютно не вызывает никакого раздражения. То есть по структуре такой трикотаж, ну, не с натурального хлопка изготовлен. Здесь, значит, утяжечка на капюшоне. То есть если большой капюшон подтянули, и вам ветер не сдувает. Также утяжечка у нас есть внизу. Вот такие два шнурочка, которые можно подтянуть, и не будет поддувать снизу. И на рукавах у нас две позиции. То есть больше можно сделать рукав. И рукав можно поджать, если это не нужно. Как вот я сейчас сделал. Так, значит, тут у нас планочка. Такая на 5 кнопках, которая держится. Дальше идет первая молния. Мы ее расстегиваем. И еще одна молния, вторая. То есть снаружи, спереди, чтобы ветер продул вас, это как бы очень тяжело будет ему. Так, ну вот так вот расстегивается у нас. Отстегивается вот эта передняя часть и капюшон от основной курточки. Можно носить в двух вариациях. Так, ну, смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас три кармашка. Очень важны и практичны вот эти карманы, которые под молнией. Очень удобно носить там документы, какие-то важные вещи, деньги.
Ну, тяжело будет их вытащить. Карманы достаточно глубокие. Вот я руку всунул почти по запястье. И вот здесь еще третий карманчик такой. Я так понимаю, для мобильного телефона. Или может быть для сигарет, для пачки сигарет, там зажигалкой. Ну, тоже под кнопочкой зажимается он. Тоже достаточно удобная и надежная вещь. Снаружи два накладных кармана. Вернее, они не накладные, просто вшитые, но под молнией. То есть тоже они достаточно большие. Вот я руку всунул. Можно всяких мелочей и не мелочей понапихать в карманы. Достаточно много. Что еще рассказать? Материалы очень приятные. Они гипоаллергенные. Они не вызовут ни раздражения, ничего. Несмотря на то, что синтетические. Здесь вот у нас изнутри тоже такой трикотаж искусственный. Ну, утепление тут стоит. Утепление очень тоненькое. Курточка легкая, но в ней достаточно тепло в холодное время. Ну, я при нуле ее одевал, и не чувствуется совсем холода. Вот. Ну, как бы все. Подписывайтесь на наш канал. Будем вылаживать больше наших товаров. Будем стараться больше делать видео. Все, всех приятных покупок.